Вакцины от Эболы впервые начали массово применять в Либерии. В испытаниях примут участие 30 тысяч добровольцев. Именно столько ампул с вакцинами от двух различных разработчиков в условиях строжайшей секретности завезли в африканскую страну. Оба вида являются экспериментальными и не дают 100% гарантии. Прививки – это средство предотвращения, а не лечения смертельного вируса. В случае успешного проведения тестирования планируется начать производство вакцин для широкого распространения. Напомню, от крупнейшей в истории вспышки лихорадки в странах Западной Африки уже скончались около 9 тысяч человек.